На посту Шевелых инспекторами ГИБДД пресечен факт незаконной перевозки 500 литров спиртосодержащей продукции. Так, 25 декабря около 20 часов на стационарном посту ДПС Шевелых сотрудниками госавтоинспекции для проверки была остановлена машина марки Kia Bongo под управлением 49-летнего жителя города Чадана. При осмотре транспортного средства в бортовом кузове было обнаружено изъято 25 коробок, в которых перевозилась прозрачная жидкость с характерным запахом спирта общим объемом 500 литров. Помимо водителя, в салоне грузовика находился пассажир, 30-летний житель Хакасии. Водитель и пассажир доставлены в дежурную часть пункта полиции города Туран для дальнейшего разбирательства. Спиртосодержащая жидкость изъята. В случае, если вина мужчин будет доказана, им грозит наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей и лишение свободы на срок до 3 лет.